нас. Понятно, где, да, что все говорят, а его тут поддается. Да просто нужно все понять, как это делается. Тогда и поддаваться не будет человек, а вы сами будете это делать. Понятно, идея, откуда берется вот эта легкость? Видишь, когда он движение, куда он идет? Ну, в точку напряжения, хлоп. И все. И поэтому ваша задача будет вставать так, чтобы ну, не было напряжений. Понятно, откуда берется вот эта вот легкость? Когда человек падает, вот он движется, и вот точка напряжения. А начинается вот первое упражнение, когда человек лежит. Вот. Значит, лежит. И вот нужно встать так, чтобы вот я не видел. Потому что любые движения, но нужно, я тебе подскажу, быть цельным. Ноги надо свести. У нас такое, ну как бы, понятие, что ноги раскинул. Но если ты раскинул ноги, тебе их нужно будет свести вместе. Вот. А мышечная система, она как бы так и должна работать. Никто мой диск не видел, когда вот с оружием я показывал. Я лежу на полу, достаю пистолет. Да, я видел. Видели? Никто даже шевельнуться никто не успевает. Я застрелю, как, ну, у меня пистолет, понятно, да? Там, ну, с оружием. Посмотрели бы. Ну вот. Не должно. Там становится заметно уже, когда у вас. Когда уже, да, здесь, уже да? Достал пистолет. Понятная идея? То есть нужно так двигаться, чтобы не видно было. Потому что любые вот эти ваши напряжения, да, их будет видно. Так же, как вот животные это самое бросаются куда? Тоже в точке напряжения. Понятная идея? Вот подумай, как бы, соберись с мыслями. Любые вот движения твои, да, они должны быть, ну, продуманные. И они не должны хотя бы меня раздражать. Ну, или не меня. Я не знаю. Вот видишь, любая. Ну, вы потом можете так, ну, встать на одно колено, например. Поднимайся. Вот смотрите, хватит одного вот касания пальцем, например, чтобы человека остановить. Just то есть совсем другая моторика как бы будет у вас. If you can see this point. Ну, понять, как вот это, чтобы вы это не видели. Эдмон, здесь не скорость нужна. Да, нужно вот так, знаешь, подскажу. У тебя же спины, я не вижу. Пробуй, включай. Ноги начнешь подтягивать или что-то шевелить, я увижу. Любое движение, не знаю, все это будет надо. Это будешь поможет. Ну хорошо, пробуйте.